Пусть Бог благословит вас, да, всем христианам по всему миру радоваться, всем святым радоваться, и еще говорю, радоваться. За Голгофу, за кровь. Благочина – это старший священник над каким-то округом. В завершение споем, да? За Голгофу, за кровь, мы тебя благодарим. За воскресенье твое, за победу твою. За Голгофу, за кровь. И по логах благослови, Господь Боже, в Запорожской области. Я тебя благодарю за воскресенье твое, за победу твою. Благодарим тебя, Господь, Отец. Благодарим тебя, Иисус. Благодарим, о Дух Святой, за все мы благодарим, за все мы благодарим. За Голгофу, за кровь мы тебя благодарим, за воскресенье твое, за победу твою. За Голгофу, за кровь мы тебя благодарим, за воскресенье твое, за победу твою. Благодарим тебя, Отец. Благодарим тебя, Иисус. Благодарим, о Дух Святой, за все мы благодарим, за все мы благодарим. За все мы благодарим, за все мы благодарим. Благословляю во имя Господне всех вас, дорогие друзья. Люблю, обнимаю, пусть Бог благословит вас, обнимет своей любовью каждого из вас. Дорогие, родные мои, пусть во имя Иисуса Христа Господь, Он поспешествует нам в делах наших, в служении нашим Ему на этой земле. И до встречи и на земле, и на небесах, ну и в эфире тоже подключайтесь в программах таких каждую пятницу, субботу и воскресенье в 17:00. А вообще в планах есть каждый день в 17:00 подключаться по киевскому времени онлайн. Но опять-таки это по возможностям, потому что сейчас... Здесь, допустим, есть Wi-Fi, значит, а не везде есть интернет, и не везде имею возможность подключаться так вот в определенное время. Пусть Бог благословит всех вас во имя Иисуса Христа. Аминь. За Голгофу, за кровь.